У нас гость в студии, певица, лидер джаз-трио Ульяна Пережогина. Доброе утро, Ульян. Доброе утро. Ульян, скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то свои приметы к бабьему лету? Примета простая. Ну-ка. Наслаждаться теплом, потому что я очень люблю лето. И люблю яркие краски. Мы заметили по тебе. Спасибо большое, спасибо. И, конечно же, петь. И бабьим летом, и летом я просто обожаю. Ну, конечно, когда ты поешь, мне кажется, ты всем даришь праздничное настроение не только во время бабьего лета. А еще, мне кажется, у тебя есть примета такая — накрасить губы. Накрасить губы красной помадой. Ну, а теперь? Хотелось бы насладиться, конечно же, бокалом Ульяны. С удовольствием. Наконец-то пришло бабье лето. Пожалуйста. Helen, my love has come along, my lonely day are over, and love is like a song. Was wrapped up in clothes, when I looked at you, oh, I found a dream that I could speak to, a dream that I can't own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I can never know. Ooh, you smile, and there's a range of sparrows. Here we are in heaven for you and mine at last. Oh, 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 это было. Тоже хочется продолжить и что-то еще напеть, но не очень получается. Ульяна, большое тебе спасибо. Спасибо огромное. За то, что пришла к нам, за то, что подарила нам настоящее вот бабье лето. Такой песней настоящий. Прямо хочется. Конечно, смотреть на голубое небо и наслаждаться теплом. Ульяна, а что тебя еще вот вдохновляет все-таки на творчество? Кроме тепла, которого ты любишь. Меня вдохновляет, в принципе, весь окружающий мир, люди, с которыми я общаюсь. Так что, друзья, любите друг друга, и тогда творчество всегда будет в вашей душе, и бабье лето у вас будет не только жарким, не только долгожданным, но еще и счастливым.